Уважаемые гости, уважаемые участники, приглашаю активно участвовать в работе казахстанско-турецкого бизнес-форума. Здесь представлены продукции, которые производятся в Южном Казахстане. Байжан Талгат представляет на выставке фирму по выпуску террасного и фасадного покрытия из древесно-полимерного композита. За качество продукции специалист ручается. Она выдерживает морозы и жару, а срок ее эксплуатации превышает 25 лет. Именно поэтому у фабрики десятки заказов, как от частных лиц, так и от государственных учреждений. Наша фирма работает с 2014 года. Выпускаем 5 видов скамеек, по 2 вида фасадных, заборных панелей и террасных досок. Оборотная мощность 35 тысяч квадратных метров в год. Реализуем продукцию по всему Казахстану. Надеемся выйти на экспорт. Помимо бизнесменов из крупных городов Казахстана, выставку посетили около 200 турецких делегатов. Гости высоко оценили уровень развития местной промышленности и выразили готовность сотрудничества в самых разных отраслях. Сегодня я увидел множество интересных проектов в сфере промышленности, где занято большое количество специалистов. В Турции, к примеру, в индустриальной зоне Остим мы создали 5200 рабочих мест. Из наиболее интересных для инвестиций сфер, представленных здесь, я считаю медицинскую сферу. Кроме промышленности, свои услуги представили компании туристического сектора и гостиничного бизнеса. Сайра Мантаева, Абзал Турабеков, ТВК. Астана автора Брвли.